Анонс шестой серии четвертого сезона сериала «Мажор». Как мы помним с предыдущих серий, несмотря на все трудности и преграды судьбы, Игорь Соколовский продолжает двигаться вперед, надеясь на лучшее будущее, ведь сейчас он стремится наладить свою жизнь ради своей горячо любимой дочери Сонечки. А ведь еще в недалеком прошлом он не имел даже малейшего представления о том, что эта очаровательная девочка является его чадом. Но теперь, когда правда наконец-то прояснилась, он пытается стать для дочери хорошим отцом. Именно поэтому сейчас он пытается выкарабкаться из всех нелицеприятных историй и очистить свое имя от всякой черни, которой его постоянно поливают таинственные злоумышленники. Продолжение вы сможете увидеть в шестой серии, которая выйдет 6 августа на Кинопоиск HD.